Приехали, друзья, мы на мемориальный комплекс «Прорыв». Очень такое знаменитое место, знаковое. Здесь партизанские бригады в 44-м году выходили из окружения, из блокады. Прорвались, конечно, с большими потерями был прорыв, но все-таки прорвались. И вот мы сейчас это все посмотрим. Схема обороны на 11 апреля 1944 года. Полоцко-Лепельская зона партизан. Это вот партизанские отряды и бригады. Памятник партизанам, прорвавшим блокаду. А здесь воинское захоронение партизан и людей, которые погибли во время прорыва. Вечная память погибшим. Очень важно, друзья, помнить, что эти люди сделали для нашего будущего. Лично мой дед был партизаном, забрасывался спецгруппами на территорию Беларуси и воевал здесь. Наградной лист вы сейчас видите на видео. Сейчас пройдем. За мной, короче. Пройдем. Поэтому в нашей семье как бы партизаны были. Мы знаем, что это такое. Очень такой большой мемориал. Как видите, очень много фамилий. Памятник называется «Последний привал». Три винтовки сложены в пирамиду. Очень сильный ветер, извиняюсь, если будет плохо меня слышно, друзья, но ничего не поделаешь. Так вот сделали красиво, увековечили память. Сейчас, друзья, идем в землянке и посмотрим быт партизан. Очень интересно. Как бы восстановили, чтобы показать людям примерно, как это было во время Великой Отечественной войны в партизанских отрядах. Сейчас посмотрим. Надеюсь, будет очень интересно. Ну, землянка. Правда, ничего, наверное, на камеру не видно. Сейчас попробую сфотографировать. Thank you.
Вторая землянка. Конечно, сделана по-современному. Ну, наверное, видеокамера здесь ничего не увидит. Света нету. Поэтому фото. Кострище. Муравейник. А вот, друзья, штабная землянка. Вот так здесь. Смерть немецким оккупантам. Быт партизан. Лесная школа. Лесная школа. Наверное, вот так учили детей партизан. В отрядах было много мирных жителей. Вот так, скорее всего, учили. Такие вот ели, березы вокруг. Пойдем дальше. Там, где есть вот, хорошее расположение, вот рядом, озеро. Такое кострище. Нормально. Дрова. Так вот все красиво оформлено. Ну а на этом, друзья, наша такая небольшая экскурсия мемориального комплекса «Прорыв» заканчивается. Очень было интересно посмотреть. И рекомендую, если вы будете где-то поблизости, заехать обязательно на это памятное место. Очень интересно, друзья. Вечный огонь, партизан Беларуси, 41-44 год.